Всем привет, зрители, подписчики канала Эрик Антона. И сегодня вашему вниманию представляется тотс английской премьер-лиги, нападающий Тоттенхэма Харри Кейн. Феноменальный форвард, это я понял буквально с первых же матчей. Мне пришлось выполнять еженедельные задания. Кто помнит, они были своеобразные. Нужно было отдать пасы игроками команды сезоны, забить игроками Челси голы, отдать пасы игроками Реал Мадрид. Я играл онлайн сезоны в третьем и четвертом дивизионе. Состав у меня был просто ужаснейший, о чем свидетельствует один из матчей, когда соперник, ну, его было слышно, он просто удивлялся, как я его таким просто самосборным составом, самобродным просто. Единственный, кто там выделялся, это Кейн. Умудрялся его побеждать. Тут статистика вся видна. 25 матчей он сыграл, 23 гола, 14 голевых пасов. Да, здесь есть два матча в батле. Ну и даже без этих матчей он просто феноменален. Давайте посмотрим его характеристики. И в конце видео будет нарезочка из его голов и голевых передач. И поверьте, это еще не самое лучшее. К сожалению, его лучшие голы и распасовки не попали в данный обзор. Но поверьте, они были. Итак, разгон 80, скоростной рывок 87. Атакующая позиция, завершение и сила удара просто феноменальны. Под 98-99. Дальние удары 94, игра головой 99, вынослив, силен, напор, реакция феноменальная, видение поля отлично и короткий пас тоже на уровне. Ну что, ребят, всем желаю поймать этого тотса, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и играйте в FIFA 18. Всем пока!